Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Не первый день я обижаю свою девушку, а потом жалею. Расставались много раз, теперь лежу, мучаюсь, ничего не хочется делать. Я извинился перед ней, еще проблемы с учебой. Ну, смотрите. Во-первых, хочу вам сказать две вещи. Первое. Это то, что девушку вы свою обидеть на самом деле не может. Вы не можете ее именно обидеть. Потому что обидеться, точнее, это активность скорее больше самого человека. То есть, если я обижаюсь, то это больше про меня, это больше про мою активность. Я обижаюсь. Я. Не меня обижают, а я. Я сам обижаюсь. Это первое. Второй момент, на который хочется обратить ваше внимание. Что то, что вы называете, вот, ну, то, как вы говорите, да, что я вот ее обижаю, это же история про то, что вы выражаете какие-то свои чувства. То есть вы как-то вот, ну, взрываетесь, судя по всему, да, то есть вот вы как-то, ну, копите в себе определенные эмоции, а потом, соответственно, не выдерживаете, да, они вас переполняют, и вы вот, что называется, взрываетесь, обижая девушку. То есть, говоря ей какие-то, ну, вот, неприятные слова, например. И очень важно понимать, что это за чувства. Очень важно понимать, какие это чувства. Понимаете? Очень важно понимать, что именно переполняет, собственно. Потому что если вы увидите, именно увидите то, что вас переполняет, если вы увидите те чувства, которые вот у вас, ну, как-то вот возникают, то вы сможете их по-другому выражать. То есть тут задача заключается в том, чтобы научиться замечать то, что со мной происходит вообще. То есть научиться замечать то, что я чувствую вообще. Вот. А судя по тому, что вы говорите, вот судя по тому, что вы пишете, например, про то, что у вас есть, ну, проблемы, значит, с учебой, да, вот, я думаю, что вы переживаете некий кризис сейчас. У вас некоторый кризис, у вас не получается в учебе, у вас не складывается, точнее, в учебе, вот, вы обижаете свою девушку, то есть вы находитесь вот явно в таком состоянии, напряжения. Вот. Состояние такого вот, ну, как бы, может быть, тонуса какого-то вот повышенного, да, то есть что-то вас явно беспокоит. Вот. Ну, часто про таких людей говорят, что они не в себе, вот вы как бы не в себе находитесь, да, и вот как-то, ну, как-то обращаетесь с этим. Вот. Вот именно что как-то. То есть как-то с этим я обращался. Вот.
как-то с этим обращаюсь, ну а получается то, что девушка обижает, потом чувствую вину. Вот, то есть здесь история про какую-то вот, знаете, ну, про сжатую пружину на самом деле, потому что я сначала себя сдерживаю, да, сначала я себя сдерживаю, вот, а потом, когда я себя уже сдерживать не могу, вот, я взрываюсь и поступаю как-то вот, ну, плохо, вот, поступаю как-то не очень хорошо, вот, и дальше я себя потом корю. Я себя виню, я себя, значит, там, ненавижу и прочее. То есть ругаю себя за свои чувства, по сути. Вот. И на мой взгляд, вот то, что вы как-то вот, ну, ругаете, да, себя за свои чувства, условно, говорит о том, что вы себя не принимаете. То есть вы требуете от себя чего-то, вы сжимаете себя в тисках, вот, прям вот, ну, сжимаете прям себя. В итоге ничего хорошего из этого не получается, ну, по итогу. Вот, вы все равно взрываете, все равно ну, как-то вот получается все нехорошо. Вот. Ну, мягко говоря. Поэтому задача, на мой взгляд, здесь заключается в том, что в первую очередь принять себя, принять то, что у вас есть. Принять то, а я-то вообще какой? Вот. Я-то вообще что? Я-то вообще где? Я-то вообще что как бы чувствую-то сам? Вот. Ну и, соответственно, если вы это сделаете, да, вот, то это в той или иной степени, конечно, вашу проблему может решить. Вот. По крайней мере, вот в том ее виде решить проблему в том ее виде. А в каком вот вы видите ее сейчас? Еще было бы очень неплохо на личные границы как-то внимание обратить, потому что, как я уже сказал, как бы вы не можете никого обидеть в этом смысле слова. Человек может обидеться в этом смысле слова сам. Сам может человек обидеться, и вы не можете ну, кого бы то ни было обидеть. То есть это маловероятно, что вы можете кого-то обидеть. Вот. Никого нельзя обидеть, если человек сам не хочет обижаться. Поэтому я бы сказал так, что девочка ваша, она сама в какой-то, ну, вот в какой-то степени подливает масло в огонь, да, то есть она сама обижается, она сама там о чем-то, может, вам не говорит сразу, вот, потом она обижается и имеет над вами такую вот власть, да, то есть у вас отношения, ну, к сожалению, вот они напоминает такие довольно деструктивные. Вот.
к сожалению большому, ваши отношения, они, ну вот, на самом деле, вот они очень похожи на такие вот, ну, достаточно деструктивную сторону, к сожалению. И если это так, то это нужно корректировать. Это нужно именно корректировать, это нужно именно вот смотреть, разбираться вот, и учить вас замечать вот, то, что с вами происходит. Вот, учить вас обращать внимание на какие-то вещи, связанные с собой, с своими ощущениями, вот, чтобы вы не пропускали эти моменты. Я также думаю, что вы не очень хорошо отдаете себя отчет в том, куда вы идете, чего вы хотите, к чему вы стремитесь и какие у вас приоритеты. Вот. Вот, на мой взгляд, именно поэтому вам нужно чувство вины. Вам нужно, чтобы чувство вины было. Потому что тогда при наличии чувства вины, по крайней мере, вы понимаете, что правильно, что нет. Так, без этого вы вот, просто, ну, просто не понимаете, что правильно, что нет. Вот. Без этого вы просто не замечаете, не видите, что правильно, что нет. И вам хочется все время этого состояния, чтобы ну вот, почувствовать, что я правильно делаю, да, и, ну, вот. И для этого вы можете вот тоже, в том числе, совершать какие-то действия. То есть, вот сейчас я, например, тревожусь, потому что я не понимаю, что я делаю, я могу, например, ошибиться, я себе этого не позволяю, вот. Поэтому я обижу девочку, чтобы она мне сказала, что я плохой, чтобы самому себя почувствовать плохим, вот, и тогда, по крайней мере, хоть на время, некоторое время, успокоиться. Вот. И вы успокоитесь на какое-то время, но потом просто понадобится опять, то есть потом опять понадобится еще одна порция, так сказать. Вот. Именно поэтому я ввиду сложности этой ситуации, я выбрал не просто вам ответить текстом, а именно вот аудио, начну аудио сообщение вам оставить, вот, чтобы вы обратили на это свое внимание. Вот. И чтобы вы не заблуждались относительно этой ситуации. То есть то, что ситуация неприятная, да, это правда. Она действительно неприятна, эта ситуация. Ну вот. Но в нее вносит вклад и другая сторона, не только вы. Вот. Поэтому вам несправедливо, на мой взгляд, возлагать ответственность только на вас. Вот. Такой ответ, я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, буду благодарен за
обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Не затягивайте с этим, потому что помощь вам нужна, и нужна помощь вам, на мой взгляд, как можно быстрее. Вот. Всего вам самого доброго, вы большой молодец, что рассказали об этом, что обсуждали. Удачи!